Реализация этого многомиллионного инвестиционного проекта стала возможной благодаря участию администрации Анапы в федеральных программах. Таких капитальных вложений инженерная инфраструктура курорта не видела лет 50. С резервуаров ДЖМТ раньше шло два водовода по 500 миллиметров, которые построили, там, вот когда строили, 71-72 год. Одновременно с резервуаром. Одновременно всю систему строили. Очистные водоводы, резервуары. На сегодняшний день эти две пятисотки, они проходят еще под железной дорогой. Они сейчас в аварийном ужаснейшем состоянии, просто мы не вылазим. Вот там вот дальше он идет в лесополосе, там все время ремонтируют. Теперь этот 1200 сюда пришел. Одна. Да, на 1200, но я вам скажу, что пропускная способность этого 1200 одного в 6 раз больше, чем у 500 такой территории. Под землей почти километр нового магистрального водовода. На этом участке расположена пятая камера переключения в современной схеме водоснабжения. Сколько там давления? Здесь давление порядка 4 атмосфер. Вода? Внизу, да. Это уже чистая, очищенная? Да, с резервуаров чистая вода. Невооруженным взглядом ни приложенных усилий специалистов водоканала, ни масштабов модернизации не увидишь и не оценишь. Более того, это режимный объект, и скоро он будет скрыт грунтом. На поверхности – возможности, которые дадут современные водные артерии. Такие инвестиционные проекты – завтрашний день Анапы.